Не отдай другому то, что должен сделать сам. Укроти гордыню, успокой обиду, обратитесь за советом к мудрым небесам. Если плохо на душе, не подавайте виду. В жизни миссия у каждого своя. У кого-то хлеб, вино и развлечения, у кого-то дети, мама и семья, у кого-то знания и людей учения. Не отдай другому то, что должен сделать сам. Сделай так, чтобы людям лучше было. Обратись за помощью к мудрым небесам. Попроси для жизни разума и силы. Не давай кому-то жизнь твою творить, чтоб потом, когда произойдет лихое, став в свою защиту, тихо говорить, что никто не захотел пойти с тобой. Не отдай другому то, что должен сделать сам. Поделись с людьми надеждой и мечтою. Обратись, когда придет час Х, к земле и небесам. И тогда узнаешь ты, чего свобода стоит. Больших трудов, большой любви, желания жить и состояться, открыто жить, страну любить и ничего на свете не бояться. Не отдавай другому то, что должен сделать сам.